Вот такое защитное стекло я купила в Галамарте. Оно недорогое и как раз подходит для моего телефона Samsung J3. Там для различных моделей продается. Ну, я подобрала для своего. Значит, что тут входит? Вот такие вот салфетки. Первое — это влажное, и второе — как насухо протирать. И вот такое вот стекло. Я уже покупаю второй раз. И оно, правда, защищает. И вот я хочу старое убрать. Видите, оно как... Когда я убираю, оно трескается, ломается. Зато мой экран в целости и сохранности. И сейчас я хочу протереть. Так, а что здесь написано? Так, так, так. С помощью вашей салфетки. Измени. И номер два. Сейчас тоже заодно протру ей. Также все пятна удаляет. Да что такое? И аккуратно снимаю пленку. Так, и нам надо ровно ее положить на телефон. Сейчас, в принципе, уравнять, чтобы не было ни пузырьков, ничего.
все практически идеально. Я не профи в этом, но в принципе все хорошо, главное, чтобы защищало. От жирности мы протерли и от пальцев. Ну, все. Вот так вот. Как новенький рубль. Ну, все, вот такая вот чувствительность хорошая.